Ничего себе. Нормальненький такой. Селфи-палку сейчас замутил. Все, будем работать в этом направлении. Посмотрим, что еще можно сделать с ней. Всем привет. Много пересмотрел роликов на Ютубе. Таких как деревенский блокнот, обычный дом, там переезд в деревню, другая жизнь, старый дом. Ну и мы тут с женой тоже прикупили домик. Сейчас я вам покажу его. Тут на входе вот у нас елочка вот такая растет. Мы ее на Новый год хотим нарядить, ну, чтобы не срубать. Вот. Забор тут деревянный. Железные ворота, железная калитка. Колокольчик раритетный от коровы. Вот задача встает, где рыть колодец. Колодца здесь нету. Дом выглядит вот так вот. Двухэтажный. Дом из железного каркаса сделан. На сваях. И первый этаж сделан вот из таких вот сэндвич-панелей. Вот, целиком. Это гараж. Это вот кладовочка. Тут всякий хлам валяется. Вот. Тут еще есть дровница. Вот. Я ее закидал всяким хламом. Но думаю, что летом буду разбираться. Вынимать все оттуда и... Здесь аккуратно складывать дрова. Потому что, ну, такой бардак вообще не катит никак. Пока дрова лежат вот здесь. Это тоже я со временем сделаю. Соседи отдали. Но тоже пока не до этого. Плитки вот здесь вот раскиданы немерено. Тоже не знаю, что с ней делать. Вот там вот душевая кабинка должна быть. Но тоже я ее завалил всяким хламом. Здесь вот такой вот заборчик стоял. Ну, я его приспособил под проволоку. Проволоку всякую тут развешиваю. Здесь вот накидал металла всевозможного. Вот. Здесь вот тоже у меня металл. Ну и, соответственно, сам участок. Забор весь железный, из сетки рабицы. Тут нас стоянку сносили, и в каком-то там из гаражей там пластик стоял. Я его забрал, потому что все равно выкидывали. И вот этот верхний, типа фонарь там был в гараже наверху над воротами, чтобы свет попадал. Тоже все это дело выкидывали, я забрал. Это туалет. И что характерно, я не знаю, где предыдущий владелец работал. Вот. Но что-то все у него вообще из металла. Сортир из металла, то из металла, все из металла. Вот там вот теплица есть, но она не с крышей. Крышу надо будет делать. Вот. Это вот лестница на второй этаж сделана. И уже там попадаешь на второй этаж. Вот тоже, пожалуйста. Столб железный. Столб железный. Там все железное. Вот. Лестница железная. А, вот здесь вот сэндвич-панели. Их надо как-то утеплять. Ну, наверное, вот как раз с этой стены и начнем утепление.
Вот. Тут вот тоже непонятно чего. Что с этим гаражом делать? Как с ним быть? Внутри он выглядит вот так. Он вообще на самом деле был забит битком. Просто тут черт ногу сломает было. Короче, сюда невозможно было войти. Вот. Это сейчас мы еще все вынесли. Вот. Докер мне помогал. Уносили вот туда вот. Вот там лежат всякие эти доски. Вот. Здесь у меня дрова на всякий случай лежат прям, ну вот если срочно нужно, чтобы не переться прям туда. И тут у меня газовые баллоны стоят. Вот. Так. Что еще? Теплица вот так вот выглядит. Но она без крыши. Она без крыши. И тут, соответственно, тоже ничего нету. Здесь вот ванная. Битком набита водой. Ну, думаю, ее не порвет. Надеюсь. О, соседи. А, ну и вот на заднем дворе, дворике есть этот, калитка. И обычно мы туда что сжечь нужно, выносим. Тут траву косил. Вон яблок сколько нападало. А убирать просто некогда. Все сгнило. Вот. Здесь у меня малина растет. Ну, что-то плохо видно, что она растет. Ну, а, вот здесь вот столько было дерьма накидано, всяких веток. Вот начиная прямо вот с этих деревьев, и вот такая здесь огромная куча аж до той была. Вот, и тут вот мы разгребали, все сжигали. Потому что рассадник для змей там, он совершенно не нужен. Вот. Сюда я сначала вывозил траву, чтобы она сохла. Вот, ну, она толком и не сохла. Сюда я обычно деревяшки всякие кидаю. Они здесь тоже подсыхают. И потом я их закидываю в бочку и жгу. Вот. Бутылки отсеиваю в сторону. Металл он тоже отсеиваю в сторону. И когда что-то плохо горит, у меня вот здесь есть отработочка. И этой отработочкой поджигаю. Вот. Это вот у меня палка-мешалка. Вот так вот. Это вот мы из гаража все вытащили. Вот тут я планирую замутить большой-большой сарай под машины. И попробую заняться ремонтом Ниссана или еще что-то. А вот супруга моя нарисовалась. Вот, зовет меня кушать. Вот, это вот ее огород. Вот. Тут барбариски всякие растут, и риски, вот, клубника, изюм, ну вот, это, а там она собирается посадить пальму и бананы выращивать домашние. Вот. Вот, длинные выходные были, 23 февраля. Вот, ну сегодня уже 24. И вот тут у меня были такие корюзлые палеты. Вот. Я их использовал, чтобы сделать дно в дровнице. А дровница получилась вот такая. Вот. То есть я пол выложил этими палетами. Ну и, соответственно, дрова разложил. Вот. И ну, сверху тут накидал тут лопаты. В бочке стоят. А дрова, если вы помните, раньше были вот здесь вот. Вот. Я вот эту всю огромную кучу перенес. И следующим шагом будет снять вот эту блестяшку, потому что она ни к селу, ни к городу. И уже куда-то дальше будем использовать. Вот. Плюс, поскольку там было место, туда перетащили всю фанеру. И теперь в гараже
Вот. Ну, правда, освещение плохое тут, но вот здесь раньше фанера все стояла. Вот. Теперь, в принципе, фанеры нету. И можно уже тут заняться гаражом по плотнику. Вот. Ну вот, пока так. А, я же вас еще с домом не знакомил, да? Вот, это... я в тот раз вот остановился на том, что вот эта дверь, она у нас задвижная. Вот. Ну, сейчас зайдем. Я вам примерно покажу, как он выглядит. Ну, вот так-то он выглядит снаружи. Как дачный. О, Кирочка тут. Привет. О. Вот такая вот коридор здесь. Вот задвижная дверь. Закрыта сейчас, правда. Вот лестница на второй этаж. Вот с окна такой вид. Окно ужасно грязное. Вот. Здесь у нас бочка, триммер, бензопила. И вот здесь летом дети у нас тусуются. Играют. Вот. Вот так вот. Ну, верх он такой, летний вариант. Сейчас пойдем. Я вам первый этаж покажу. Так, вот так, вот тут у нас кухня. Плита, железный ящик, где мы там крупы всякие храним, чтобы мыши не погрызли, если что. Умывальничек, правда, там ведро стоит, еще не сделал эту штуку. Холодильник, стол, еще один кухонный стол. Вот супруга моя тут убирается. Мы вот тут вот спим. Тут вот у нас иногда дети спят, когда холодно. И вот здесь вот у нас иногда теща приезжает, спит. Ну, эта комната вся тоже хламом завалена. Надо разобраться будет как-нибудь. Ну, это в следующий раз. Вот. Ну, вот так вот, в принципе, все и происходит. Ну, пока всего. А, еще, что я еще сделал? Что я еще сделал? Кое-какие доски отсортировал. Вот. С этим тоже такие обрезки непонятные. Что с ними делать? Даже не в курсе. Окна разберу я. Все они сгорят. А вот стекла пойдут на теплицу. Вот.